еще в школе участие. Потом попал в комитет безопасности, еще раз уже услышал на курсе молодого бойца. Автор не знаю, очень старая песня, веселая. Мы идем тропинкой очень узкой, и, наверное, ищет нас десант. Нас ведет наполовину русский сэр Антони белый иммигрант. На тропинке нашей темной узкой КГБ вовек нас не сыскать. Сэр Антони, как это по-русски? Раз, два, три, пять. Там, вдали, за синею горою, есть огромная страна США. А мы туда вернемся, как герои, только бы добраться нам туда. Будем пить вино из чарок узких и красивых женщин обнимать. Сэр Антони, как это по-русски? Сейчас формулирую. Бедный твой мать. Папа отдал Джонни Джерри 2 миллиона, чтобы тот спокойно мог жить. Спи, папуша, папуля, мальчики-шпионы, небоскребы смогут защитить. Ничего, покажем этим русским, как умеют янки воевать. Сэр Антони, как это по-русски? Джонни бросил ферму в Алабаме, записался Джонни в ФБР. И сказал своей старушке-маме, мигом я смотаюсь в СССР. Ни один гектар попортим кукурузки, будут знать, как ферму разорять. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Бедный твой мать. Ночь тиха, шумит тайга тревожно, с вертолетов высажен десант. По тропинке нашей осторожно, очень осторожно, нас ведет Антоний иммигрант. Да с ним, друзья, мы попадем в кутузку, сдаст мне, сволочь, не за понюшку табаку. Сэр Антоний, ну как там по-русски? How do you